эти летающие тостеры. Капитан Марвел, спасибо, что научила полиморфии. Надо подпереть скат. Ха, а я молодец. Она прыгает! И... не допрыгивает. Спасибо, что подбросил. Кому нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть? Мой штаб. Тут, конечно, бардак, но это мой родной бардак. Совсем истрепалась. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? Пусть только попробуют напасть издалека. Руки у меня длинные. Ноутбук наверху. Лучше не буду прыгать, а то в тот раз так башкой стукнулась. Нужен мой ноут. Абу выкинул бы их, если бы увидел. Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. Посмотрим. Это химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть. Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О, нет. Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка?
А если нет? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Кто это было? Уничтожило там. Кажется, кто-то стучит. И убило тысяч людей. Сотни выживших были заражены чудовищной болезнью, инфекцией нелюдей и получили опасную противоестественную способность. Даже доктор Бэйнер не отрицал. Привет. Обнаружен представитель нелюдей. В соответствии с протоколом о нелюдях, статья 3, раздел 8.2. Пожалуйста, оставайтесь на месте до окончания сканирования. Что? Один из них здесь? Спокойно. Не бойся. Сканирование завершено. ДНК нелюдей не обнаружено. Спасибо за сотрудничество. Если вы хотите оставить отзыв о сканировании, пройдите опрос на сайте АИН. Спасибо. Просто не верится. Видишь, никаких нелюдей. Скорее всего, случайная инспекция. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал. Основатель агентства информационной механики. Я помогу тебе этой осенью
очень изящно, но получилось. Так, теперь к статуе Кэпа. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. А им расчищает место под новую клинику. Тупая идея. Критиковать каждый может. И стенку портить. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Первый человек, которого назвали нелюдем. Уже 4 года прошло. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Дать руку помощи, здоровяк. Кэп давно погиб. Танцовщица? А ну отдай. Эй, ты куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Ты в порядке? Смотри, а у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на Дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали! Эй, полегче. Зак, теперь он мертв! Стой! Он мертв! Я сказала, стой! Валим! Она из них! Не трогай ее! Сваливаем! Чувак, ты живой? Скорее, бежим! Отойди! Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка.
Значит, туда мне не надо. Следов объекта не найдено. Блин, сколько их тут? Смогу вернуться домой. Они знают, кто я. У статуи Халка обнаружены следы. Изучить. Принято. Твоему другу нужна помощь. Давай. А вот и выход. Слишком много охраны. Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Давай, Камала, думай, где они тебя не найдут? Канализация. Надеюсь, они не умеют плавать. Замечено движение. Класс. Как раз мечтала вечером повозиться в помойке.
Как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Не туда. Люди из-за им тоже меня ищут. И еще телепортируются. Она была здесь. Вроде никого. Предатель не она. И тем не менее. Отлично. Ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон? Он самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властимущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе повезло остаться в живых. Наши... технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно.
Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? М? Но что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватите ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Юта. Старая база щита. В сопротивлении знают, что делать. Распознаны представители людей без регистрации. Сдавайтесь, и вам не причинят вреда. Ага, сейчас! Прибиться негде. Надо бежать из города. Видимо, придется драться. Ладно, вперед! Камала-хан! Прошу вас сдаться представителем Аим. Хотите увидеть мои силы? Пожалуйста. Как ты догадался? Приготовиться бой, здание дистанции. Это гранаты? Пустить снаряды. Нам не притянуть новых друзей! Просто супер! Все как мы любим! Неплохо!
плохо, но я к этому подготовилась. Прикрой меня. Скажи, что я с тобой в походе. Пока, Джерси. Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы, и ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Это потрясающе. Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Люблю тебя.
Согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс.